Если заводить модули с двух сторон, противоположных, с этого края и с этого, кассета будет подниматься строго вот так, вертикально. И ее нужно чем-то крепить, чтобы она не падала и не мешала работать. Если заводить модули вот таким образом, делая здесь такой изгиб, то кассета снимается и убирается вот так вот. И она нам не мешает работать.